Здесь какой-то элемент прессинга нам показал Кавани. А вообще дают, дают подходить так ближе к своей штрафной. Только дальше не суйтесь. И вот там раскидывают, видите, Карлос Санчес с Агиларом. И пока что абсолютно вне игры центральный нападающий. Вот удар! И удар, это гол! И вот так с разворота, если вы не даете войти в штрафную, то мы будем бить вот так. И буду бить и я. И буду бить я. Родригес. Джеймс Родригес. Великолепный удар. И Джеймс Родригес сравнивается. Во-первых, открывает счет в сегодняшнем матче для сборной Колумбии. Во-вторых, сравнивается в споре бомбардиров с Неймаром, Месси и немцем Мюллером. По 4 мяча. С разворота и пробил. Без шансов для вратаря. Вот смотрите, принял на грудь колоссальный полузащитник. Потрясающе. Он играет во Франции за Монако. Был признан третьим футболистом Франции минувшего сезона. Тройка лучших, он занял третье место. Великолепный игрок Монако. Новый Вальдерама под тем же 10-м номером. С другой прической, но это не важно. И вы смотрите, траектория полета мяча. По-моему, Муслера, опытный Муслера, немножко задел кончиками пальцев. Но куда там? Джеймс Родригес. Заметнейшая фигура. И вот смотрите. Он посмотрел, обратите внимание, пока мяч летел к нему, он принимал его на грудь, он до этого уже посмотрел в сторону ворот. Он посмотрел, где там Муслера, он посмотрел, далеко ли я сам от ворот. Как